Добрый день, ребят. Как я обещал в конце ролика, расскажу немножко об этом заказе. Мы на этом заказе и монтировали со шпросами, с накладными шпросами. Они выглядят вот таким образом. Штука очень красивая, очень классная. Ну что вышло, вы увидели. То, что один из больших пакетов, то, что у нас за спиной. Я обещал и расскажу, как их нужно монтировать. Чтобы монтировать шпросы, нужно иметь торцовочный аппарат. У нас он Метаба, единственный инструмент, который в нашей команде Метаба. И руки нормально росли, откуда нужно. Настраиваем торцовку на две плоскости, чтобы она резала две плоскости, и вырезаем. Естественно, чтобы не прошляпиться, не сделать ошибки в миллиметрах, потому что 1 миллиметр вот очень, очень важен. Делается шаблон. И с помощью шаблона выставляются уже квадратики. Как они клеятся? Клеятся очень просто. Шпрос, они есть двух видов. Первый вариант с резинками. Есть другой вариант, который без резинок. Разница в них одна. Один из них гнется. Как бы они обе гнутся, но у одного есть резинка, и, скажем так, когда она гнется, некачественная арка получается. Второй без резинки, он гнется намного проще. У одного есть самоклеящий элемент, снимается такая пленочка, и тут самоклеящий элемент, что-то наподобие двухстороннего скотча, но намного круче. Снимается пленка, и оно приклеивается к окошку. И у нас получается такая красота. Те, у которых возникл вопрос, что со временем падает, не падает, я вам скину ссылки на дома, которые мы 3 года тому назад монтировали, и до сих пор там шпросы стоят отлично. Когда шпросы черного цвета, есть еще большой плюс, потому что от солнца они нагреваются сильно, и клей лучше прилипает к стеклу. Единственный минус, с моей точки зрения, при такой красоте, если разобьется пакет, нужно всю вот эту работу, которая она заняла кучу времени, переделывать заново. Но красота требует жертв. Если вам видео понравился наш домик, ставим лайки, подписываемся на наш канал. До свидания и до скорой встречи.